новостей на нашем телеканале. В студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала, по традиции, коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Десятки эвакуированных людей, проверки и сообщения с угрозой. Посетители и сотрудники столичного торгового центра были вынуждены мерзнуть несколько часов на улице, пока саперы искали бомбу. Бывшего главу государства Игоря Дадона вызвали в Генпрокуратуру. Что хотят узнать прокуроры, расскажем в выпуске. Страшная смерть. Молодой человек сгорел заживо в автомобиле после того, как врезался в дерево. Любимчик девушек, известный российский исполнитель Хабиб, приезжает в Аргеев. Какие еще сюрпризы готовят местные власти к открытию рождественской ярмарки, узнаете из нашего репортажа. Новая неделя, новое сообщение о взрывном устройстве. Всего несколько дней назад полиция и специалисты бомбтех проверяли здания столичных судов. Сегодня их опять подняли по тревоге в связи с сообщением о заложенной бомбе. На этот раз объектом стал торговый центр в столице, расположенный на Виадуке. Как и в предыдущих случаях, сообщение оказалось ложным. Около 13:00 в инспекторат полиции сектора «Центр» поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре. К месту происшествия выехали все специализированные службы. Находившиеся внутри люди были эвакуированы, а территория оцеплена. Вы были в здании, когда об этом сообщили? Да. Было страшно? Конечно, я сразу поняла, потому что был еще один похожий случай. Был сигнал тревоги, сначала тихо, а потом громче. Увидели то, что люди начали эвакуироваться, и не поняли сначала, что случилось, зашли к соседям. Но мы быстренько скооперировали, все сотрудники, все, кто рядом работали, они сказали по лестницам, и мы все вот ринулись вот так вот, коллектив. В суматохе работники не подумали, что им придется оставаться на улице до тех пор, пока будет идти проверка, и вышли, кто в чем был одет. Мы работаем на кухне. Сколько уже на улице ждете? 2 часа. Конечно, мы испугались. Быстро спустились вниз. Теперь одному работнику разрешают зайти и закрыть магазин. В результате, как заверили в полиции, сообщение оказалось сложным. В результате проверок, проведенных правоохранительными органами, сообщение о взрывном устройстве в торговом центре на улице Арбарилар оказалось сложным. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов или веществ. Следователи управления расследований инспектората полиции «Центр» предприняли ряд действий для установления личности человека, сообщившего о бомбе. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложную информацию о террористическом акте. В то же время в полиции не подтвердили и не опровергли слухи о том, что человек, сообщивший о бомбе, шантажировал руководство торгового центра, требуя якобы 10 тысяч леев. Об этом пишет интернет-портал Diskidi.md со ссылкой на некоторые источники. Бывшего президента страны Игоря Дадона вызвали в Генеральную прокуратуру для допроса в качестве подозреваемого по уголовному делу об акционерном обществе «Энергоком». Информацию для ТВ6 подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Керпек. Сам Дадон заявил, что ему никаких официальных повесток не поступало и расценил тему с вызовом в прокуратуру как дымовую завесу, запущенную властями в СМИ. По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры, Игорь Дадон вызван на допрос 27 декабря по уголовному делу акционерного общества «Энергоком». Речь идет о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008 и 2009 годах. Тогда Дадон занимал пост министра экономики в правительстве Зинаиды Гречаной. Его вызывают вместе с выбранным им защитником для допроса в качестве подозреваемого по этому уголовному делу. На вопрос, фигурируют ли другие официальные лица в этом уголовном деле, Марианна Керпек заявила, что пока прокуратура не может предоставить такую информацию. В свою очередь, Игорь Дадон написал в соцсетях, что сейчас находится в загранкомандировке, не уточняя, где именно, и что официальных повесток на допрос ему не поступало, но если поступит, он непременно придет. Теме «Энергокома», о которой идет речь, уже около 13 лет. Она давно изучена со всех сторон и уже не актуальна. Там нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего в отношении лично меня.
Такие попытки предпринимались и во время захвата государства Плохотнюком, и во времена Альянса за евроинтеграцию 1 и Альянса за евроинтеграцию 2, которые стремились хоть что-нибудь выжать из этого дела. Хочу вас заверить, что тема с вызовом в прокуратуру – дымовая завеса, запущенная в прессе, потому что сегодня власть не знает, что бы еще такого придумать, чтобы отвлечь людей от тарифов, своих провалов, высоких цен, антидемократических выборов в Бельцах и падения рейтингов ПДС в соцопросах, отметил Дадон. Ранее Генпрокуратура объявила о возбуждении уголовного дела после того, как было установлено, что в начале 2008 года руководство предприятия «Энергоком» путем предварительного сговора с представителями Министерства экономики, Национального агентства по регулированию в энергетике и другими лицами, в том числе проживающими за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную стоимость электроэнергии и присвоили разницу в цене. В итоге государству был нанесен ущерб почти в 12 миллионов долларов. Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету согласилась с 9 ходатайствами исполняющего обязанности генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Илона Шора. Об этом объявила председатель комиссии Олеся Стаматя. Далее этот вопрос предстоит рассмотреть на пленарном заседании законодательного органа. Как заявили адвокаты Илона Шора, нынешнее обсуждение носило формальный характер. А депутат от партии Шор, член данной профильной комиссии Вадим Фатеску, подчеркнул, что правосудие в Молдове совершается уже не в суде, а в кабинете парламента. По предложению исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу, 21 декабря заседание парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, так же как и предыдущие, проводилось за закрытыми дверями. Причем вход в кабинет, где оно проходило, охраняли сотрудники службы охраны. Упоминаются некоторые депутаты парламента, их имена фигурируют в материалах, представленных Генпрокуратурой, и учитывая конфиденциальность уголовного преследования, правильным было поступить именно так. Понимаю, что господин Фатеску или господин Уланов предположительно могли бы им передать, но, по крайней мере, информация не была бы получена напрямую. Члены комиссии поддержали ходатайство и о генпрокурора, однако они должны быть рассмотрены в ходе пленарного заседания парламента. Пока неизвестно, будет ли и оно закрытым. Соответствующее решение примет постоянное бюро законодательного органа, пояснила Стамате. Депутат от партии Шор Вадим Фатеску сообщил, что покинул заседание комиссии, написав на своей странице в социальной сети, что оно не более чем фарс. Сегодня правосудие совершается не в залах судебных инстанций, а в кабинетах парламента. Парламент превратился в личный трибунал ПДС. Здесь оглашаются обвинения и также выносится приговор. Я пытался задать вопросы, но так и не получил ответов, констатировал Фатеску в своей публикации. Между тем, Олеся Стаматя отвергла обвинение в том, что решения, возглавляемой ею комиссии, подготовлены заблаговременно. Члены комиссии получили всю необходимую информацию со стороны Генеральной прокуратуры, чтобы сформировать объективное представление относительно действий, которые, как утверждает Генпрокуратура, совершил депутат Илон Шор. Со своей стороны депутат Марина Таубер считает, что единственная забота нынешней власти состоит в отвлечении внимания общества от социальной катастрофы, организуя подобные шоу. Представители власти эти обвинения отвергают. Адвокаты Илона Шора отказались участвовать в этом заседании парламентской комиссии. Заседание комиссии носило формальный характер. Адвокаты были допущены, но нам не предоставили материалы, которые прилагались к ходатайствам генерального прокурора. Никто не вникал в суть обоснований снятия парламентского иммунитета. До этого Илон Шор заявил, что действия Робу не более чем дешевый спектакль, инспирированный президентом Майей Санду. Глава государства отказалась комментировать эти обвинения, тогда как Генеральная прокуратура их категорически отвергла. Александр Стейногла, отстраненный от исполнения обязанностей генпрокурора, заявил ранее, что нет необходимости лишать Шора иммунитета повторно, поскольку это уже было сделано. Национальное агентство по регулированию в энергетике исключило вопрос о снижении тарифа на природный газ для бытовых потребителей и экономических агентов из повестки сегодняшнего заседания. Такое решение было принято после получения письма от акционерного общества «Молдовагаз». Мы попытались выяснить, о каком послании идет речь, однако руководство компании-поставщика проявило сдержанность в своем ответе.
В Национальное агентство по регулированию в энергетике письмо из «Молдовагаз» поступило перед самым началом заседания. Об этом сообщил один из директоров НАРЭ Вячеслав Унтилы, который не зачитал текст послания, но рассказал, о чем оно. В результате вопрос о снижении тарифа на природный газ был исключен из повестки дня. В связи с тем, что утром поступило письмо из акционерного общества «Молдовагаз», которое касается утверждения цен за регламентирование и обеспечение природным газом АО «Молдовагаз», и оно требует изучения, предлагаю этот вопрос исключить. Предложение единогласно поддержали остальные директора административного совета агентства. За более подробной информацией мы обратились к председателю админсовета АО «Молдовагаз» Вадиму Чебану, но он не ответил, о каком письме идет речь, подчеркнув лишь, что ему необходимо побеседовать с представителями НАРЭ. В свою очередь, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спынул заявил одному из телеканалов, что в начале января тариф на газ может повыситься. На стоимость газа для граждан Республики Молдова влияет в том числе котировки на международном рынке. В последние дни мы видим, что стоимость газа на международном рынке существенно возросла. Посмотрим в начале месяца, как это отразится на тарифе. В середине декабря компания «Молдовагаз» предложила утвердить новый тариф на голубое топливо, действительный с 1 января, который был бы ниже нынешнего на 13 банов для бытовых потребителей и составлял бы 10 леев 95 банов, а для экономических агентов уменьшился бы на 20 банов до 9 леев 13 банов. Это предложение планировалось рассмотреть в НАРЭ 21 декабря. Напомним, по результатам переговоров с российским концерном «Газпром» Молдова приобретает природный газ по цене 450 долларов за 1000 кубометров. Таким образом, в ноябре его стоимость для конечных потребителей увеличилась вдвое, что также привело к росту тарифа за тепло. Международный валютный фонд утвердил программу помощи Республике Молдова в размере более 590 миллионов долларов на период следующих 40 месяцев, говорится в пресс-релизе Министерства финансов. В сообщении отмечается, что данная сумма будет выделена несколькими траншами без уточнения их точного количества. Также министерство не указало, в течение какого-то периода данный заем должен быть возвращен, с какими процентами и каковы ежегодные выплаты Молдовы по кредиту. При этом известно, что полученные средства планируется использовать для преодоления последствий пандемии COVID-19 в экономике страны и укрепления институтов государства. В свою очередь, правительству предстоит претворить в жизнь меры по стимулированию экономического развития. В августе 2021 года Международный валютный фонд выделил Молдове около 236 миллионов долларов на пополнение доходной части государственного бюджета и поддержки малых и средних предприятий. Эти средства республике также предстоит вернуть в установленные МВФ сроки. Продолжаем выпуск. Протест у Минздрава. Этим утром группа членов Альянса за объединение румын собралась перед учреждением, требуя отставки министра Аллы Немиренко. По словам демонстрантов, чиновница – самый слабый администратор в области здравоохранения, который был у Республики Молдова за последние 30 лет. Вы самый слабый министр в этом правительстве, и вам нужно уйти в отставку. Демиссия! Демиссия! Представители АУР утверждают, что Немиренко плохо справляется с пандемией коронавируса. Более того, митингующие считают дискриминацией тот факт, что члены семей, в которых медработники скончались из-за COVID-19, не могут получить единовременное пособие в размере 100 тысяч леев, потому что умершие не были вакцинированы. Кроме этого, партия требует отставки министра из-за результатов аудита счетной палаты, который показал, что в ходе иммунизации было использовано более 7 тысяч доз вакцины с истекшим сроком годности, а также из-за заявлений Немиренко в последнее время. Пресс-служба Минздрава сообщила ТВ-6, что в учреждении пока не комментируют заявления протестующих. Отмененное событие – лучше отмененной жизни. Глава Всемирной организации здравоохранения бьет тревогу и призывает людей изменить свои планы на праздники. Это необходимо, чтобы защитить здоровье населения, поскольку новый штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру и поражает в том числе людей, которые были вакцинированы или уже переболели ковидом. Однако у ВОЗ есть и оптимистичные прогнозы по поводу окончания пандемии. Всемирная организация здравоохранения призывает людей отказаться от некоторых своих планов на отпуск, чтобы защитить здоровье населения, поскольку новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется по миру. Глава ВОЗ предупредил, что многолюдные праздничные гуляния приведут к росту числа заболевших, перегруженности системы здравоохранения и значительному количеству смертей. В связи с чем он призвал людей отказаться от праздничных массовых мероприятий.
Каждый из нас хочет провести время с друзьями или семьей. Каждый из нас хочет вернуться к нормальной жизни. Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть. Директор Всемирной организации здравоохранения отметил, что штамм омикрон распространяется значительно быстрее штамма дельта и поражает в том числе людей, которые уже были вакцинированы или переболели COVID-19. По его словам, омикрон способен в определенной степени избегать иммунной защиты, а это значит, что программы ревакцинации, которые проводятся во многих странах, должны быть прежде всего ориентированы на людей с более слабой иммунной системой. Тем не менее, ВОЗ считает, что 2022 год станет годом окончания пандемии, которая по всему миру уже унесла более 5 600 000 жизней. Ковид-сертификаты, выданные в ЕС, будут действительны без бустерной дозы только 9 месяцев. Об этом во вторник заявили представители Европейской комиссии. Решение принято из-за активного распространения нового штамма омикрон по всему миру, гораздо более заразного, чем предыдущие. Представители Еврокомиссии заявляют, что согласование срока действия сертификатов COVID-19 является необходимостью для свободного и безопасного передвижения. Новое правило в основном распространяется на поездки внутри Евросоюза, но государствам-членам рекомендовано применять его и на национальном уровне. По данным Европейской комиссии, на сегодняшний день в ЕС выдано 807 миллионов сертификатов COVID. Вернемся к новостям внутренним. Всего через 2 дня после выборов Бельский суд утвердил мандат избранного примара Николая Григоришина. По мнению суда, голосование прошло без нарушений и отклонений, способных повлиять на результат голосования. Решение не подлежит рассмотрению, но может быть обжаловано в апелляционной палате в течение 1 дня. Тем временем Центр избирком сообщает, что обнаружил некоторые нарушения. Речь идет об оппоненте Григоришина Николае Кирильчуке, кандидате от партии «Патриоты Молдовы», который не отразил в документах транспортные расходы, понесенные кандидатом в своих интересах. ЦИК предупредил его и потребовал предоставить отчет в течение 24 часов. Мы не смогли выяснить позицию самого Кирильчука, так как его телефон был отключен. Жители Бельц лишили мечты жить в более чистом и ухоженном городе, таком, как, например, Аргеев. А мандат Николая Григоришина не является выбором избирателей города. Такого мнения придерживается доктор юридических наук Александр Кузнецов и политический аналитик Валентин Крылов, которые были гостями передачи «Молдова ЗДЗ» на нашем телеканале. По мнению экспертов, воскресный бойкот голосования ясно показывает, что жители Бельц хотели другого градоначальника. По словам Александра Кузнецова, нынешняя власть опасалась результата кандидата от партии ШОР в первом туре выборов. По этой причине Марину Таубер сняли с предвыборной гонки. Жители Бельц лишили мечты. Мечты о более чистом, ухоженном, более цветущем, ярком городе. Нынешнее руководство Республики Молдова опасалось победы кандидата от партии ШОР. И в таком случае бельцы могли стать вторым Аргеевом по успешным результатам и красоте. Таким образом, всем стало бы понятно, что реформы в Молдове вполне возможны. И это могло привести даже к свержению правительства. Политический обозреватель Валентин Крылов заявил, что результаты воскресных выборов ясно показали, что жители Бельц не хотят, чтобы Григоришин возглавлял примарию. Господин Григоришин набрал голоса с первого тура, и очевидно, что большинство жителей Бельц не считают его избранным примаром. Понятно, что его нельзя оценивать как примара, которого поддерживают его избиратели. Понятно, что он не представляет выбор избирателей. Александр Кузнецов раскритиковал и то, каким способом ЦИК исключил Марину Таубер из предвыборной гонки. По его словам, все кандидаты должны были быть проверены, и причина о питании волонтеров не являлась основанием для снятия кандидата с выборов. Комиссия должна была проводить проверки в отношении всех кандидатов, а не только одного претендента. Эти проверки должны были быть всеобщими, но они проводились выборочно. Выборочно на основании чего? Того, что некоторые граждане жаловались? А кто именно? У нас должны быть эти аргументы. Вот этот выборочный момент вызывает неприятие, и этот отбор не основан на существующих государственных принципах. В этом контексте гости передачи заявили, что жизнь бельчан не изменится к лучшему. Мы попытались получить комментарий от Николая Григоришина, но он не ответил на наши звонки.
Председатель партии ШОР Илан Шор заявил после выборов, что жители Бельц преподали Майе Санду и ПДС урок и показали всей стране, что они не готовы мириться с издевательствами со стороны нынешней власти. Как ПДС, так и представители администрации президента сообщили, что не комментируют данные заявления. Ранее миссия «Промолекс» выразила несогласие с решением ЦИК приостановить выборы, поскольку такого положения нет в избирательном кодексе. Однако члены ЦИК заявили, что поступили правильно. Марина Таубер была отстранена от участия во втором туре выборов примара муниципия Бельца, набрав в первом туре голосования почти 48% голосов граждан, пришедших на избирательные участки. Вопрос о бездомных животных в Кишиневском некрополе в очередной раз был поднят на заседании муниципального совета. На этот раз гражданские активисты, защищающие права четвероногих, потребовали больше не выделять стерилизационному центру деньги. По их словам, средства все равно идут не по назначению, а проблемы там создаются искусственно. Реакция на прозвучавшие обвинения в нашем следующем сюжете. Гражданские активисты и представители Кишиневского отдела контроля и защиты животных возмущены тем, как работает столичный некрополь, и требуют от городских властей прекратить его финансирование. Они говорят, что муниципальное предприятие «Аутосалубритатия», в чем ведении находится центр, только поглощает выделяемые миллионы и искусственно нагнетает там ситуацию. В 2020-2021 году у некрополя сбежало около 500 собак, которые заполнили сектор Чеканы и Бабуеч. Образовались огромные стаи, возросли нападения, покусы. Наша дирекция завалена жалобами. Вы понимаете, что каждые 3 месяца собаки размножаются. Это минимум 500 собак. Посчитайте за год, сколько собак пополнилось в нашем городе. Присутствующие на заседании активисты заявили, что бездомных собак выпускают в пригородной зоне, аргументируя это тем, что животные стерилизованы. Но есть немало случаев, когда собаки, помеченные как стерилизованные, ощеняются. А это значит, что процедура была проведена только на бумаге. В «Аутосалубритате» на просьбу прокомментировать требования о прекращении финансирования некрополя заявили, что с его финансированием уже сейчас есть проблемы. С марта 2020 года до настоящего времени не были оплачены услуги по содержанию животных. Все начисления по заработным платам, содержанию некрополя производятся за счет «Аутосалубритатия». Люди, которые вышли сегодня с определенными протестами и заявлениями, насколько я понимаю, тесно связаны с теми, кто задействован в отделе контроля и защиты животных. В то же время муниципальный советник от платформы «Да» Руслан Вербицкий был обвинен в защите интересов предприятия «Аутосалубритатия» после того, как предложил рассмотреть проблему центра в рамках специально созданной комиссии. Пожалуйста, господин председатель, соблюдайте порядок и не выдвигайте обвинений. Хочу вам продемонстрировать отсутствие воспитания у подобных людей. Мы пытаемся решить проблему, и мы же становимся виноватыми. В итоге было решено, что Кишиневский муниципальный совет создаст рабочую группу, которая детально рассмотрит вопрос о некрополе и представит ряд мер для решения имеющихся проблем. 7 декабря инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов собирались провести проверку в Кишиневском центре размещения бездомных животных. Однако мероприятие закончилось скандалом. По словам гражданских активистов, директору учреждения не понравилось присутствие прессы, и инспекторы из-за журналистов и волонтеров прекратили проверку. Впоследствии АНСА опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что проверка в некрополе все-таки была проведена, и в ходе нее был выявлен ряд нарушений, среди которых отсутствие ветеринара, а также санитарно-ветеринарной авторизации. В настоящее время в муниципальном центре стерилизации содержится около 500 бродячих собак. Страшная смерть настигла 30-летнего мужчину. Молодой человек сгорел заживо. Автомобиль, в котором он находился, съехал с дороги, врезался в дерево и вспыхнул. Трагедия произошла около полуночи в Чемишлийском районе, недалеко от села Хыртуб. На место происшествия прибыли 2 пожарные бригады, которые после того, как потушили огонь, извлекли из машины обугленный труп водителя из села Гура-Галбини. Погибший был в автомобиле один. Обстоятельства и причину происшествия выясняет полиция. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 17 опасных ситуациях.
В НЦБК сообщили, что 10 из 14 человек, задержанных в понедельник по нескольким делам о коррупции при выдаче кадастровых документов в агентстве госуслуг, признают свою вину. Согласно заявлению ведомства, они сотрудничают со следствием и в период расследования будут находиться на свободе. Другие четверо задержанных находятся в изоляторе НЦБК. В течение дня их допросят прокуроры, чтобы решить, нужно ли их арестовывать. Среди них и организатор коррупционной схемы, по которой, согласно материалам дела, участники помогали получить или изменить документы, необходимые для купли или продажи недвижимости при отсутствии владельцев или нужных для этого бумаг. В общей сложности по делу задержанных 38 подозреваемых – брокеры, бывший агент по недвижимости, другие физические и юридические лица. Их доставили на допросы после проведения по 69 адресам обысков. В пресс-релизе агентства госуслуг говорится, что учреждение находится в контакте с НЦБК и прокуратурой и оказывает всю возможную поддержку установления виновных лиц. Медленно, но верно зима вступает в свои права. Чтобы снегопады и морозы не застали врасплох, дорожники приступили к обработке национальных трасс. Так, для устранения наледи уже использовано более 9 тысяч тонн противогололедного материала. А на севере страны, в Единцах, Дроке и Рыбнице, прошел первый снегопад. Несмотря на то, что снегопад шел недолго, 106 дорожников и 58 единиц спецтехники были задействованы в процессе обработки национальных дорог противогололедным материалом в 20 районах и муниципиях, в том числе Бричанах, Кишиневе, Аргееве, Унгенах и Вулканештах. Для борьбы с гололедом рабочие использовали более 9 тысяч тонн реагента. Несмотря на предпринятые меры, власти призывают водителей проявить ответственность во избежание дорожных происшествий, оборудовать автотранспорт под зимние условия и двигаться с соответствующей скоростью. По данным метеорологов, далее погода будет морозной и солнечной. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от минус 6 до минус 1 градуса днем и до минус 12 ночью. Холоднее всего будет в северном регионе страны, но с пятницы 24 декабря ожидается потепление. Так, в понедельник 27 декабря столбики термометра могут подняться до плюс 11 градусов. А со вторника, дня зимнего солнцестояния, самого короткого в году, 3 месяца вплоть до весеннего равноденствия, продолжительность светового дня будет увеличиваться. Считанные дни отделяют нас от того момента, когда крупнейший в стране парк развлечений «Археоленд» распахнет свои двери в нынешнем зимнем сезоне для всех посетителей. Как объявила примэрия муниципия Аргеев, в субботу, 25 декабря в 17 часов, в «Археоленде» стартует традиционная рождественская ярмарка. По словам организаторов, как для жителей города, так и для гостей будет открыт бесплатный доступ ко всем аттракционам. Но это еще не все. Все посетители от мала до велика ждет в этот день особый сюрприз. О нем далее в сюжете. Отметим, что в качестве медиапартнера рождественской ярмарки телеканал ТВ-6 проведет прямую трансляцию с места события, а праздничный концерт из парка развлечений «Археоленд» зрители смогут увидеть также на нашей официальной странице в соцсетях. Организаторы рождественской ярмарки в Археоленде уверенно заявляют, что и в этом году эпицентром зимних праздников в Молдове является Аргеев. 25 декабря в 17 часов мы запускаем двигатели хорошего настроения в Археоленд, где по традиции открываем самую красивую рождественскую ярмарку в стране. Как сообщает администрация парка развлечений, начиная с 25 декабря для всех посетителей будет открыт бесплатный доступ ко всем аттракционам – каруселям, горкам, ледовому катку, американским горкам. В этот же день посетителей будут приветствовать Дед Мороз и Снегурочка в окружении множества сказочных персонажей с подарками для самых веселых, находчивых и талантливых детей. Но главным сюрпризом, по словам организаторов, станет концерт известного российского исполнителя Хабиба с его ставшей вирусной композицией «Ягода малинка». Ягода малинка, оп-оп, крутит головой, залетает стоп, такая ты грустинка. 25 декабря в 17 часов ждем вас всей семьей в Археоленд. Хабиб Шарипов – популярнейший российский видеоблогер и исполнитель шлягеров, участник многих телевизионных шоу. Аудитория его подписчиков в ТикТок насчитывает порядка 7,5 миллионов человек. Песня «Ягода малинка» в исполнении Хабиба стала одним из главных хитов российского сегмента ТикТок, занимая на протяжении рекордного периода одни из самых высоких позиций в хит-парадах. За эту же композицию Хабиб был номинирован на премию РУ-ТВ «Лучший старт». 25 декабря «Ягода малинка» прозвучит в исполнении Хабиба в Археоленде, куда артист приглашает в этот день всех своих фанатов в Молдове.
Всем привет, на связи Хабибка, Ягода Малинка. Всю Молдову ждут 25 декабря в Орхейленде на своем концерте. Приходите, будет очень горячо. Парк Орхейленд был открыт 1 июня 2018 года по инициативе в то время примара Аргеева Илона Шура. Уже в первый летний сезон работы, по информации администрации, парк посетили свыше 500 тысяч человек. Рождественский караван, организованный командой партии ШОР совместно с администрацией районного совета, отправился в путь по Аргеевскому району, где состоятся праздничные инаугурации рождественских елок. И поскольку снег еще толком не выпал, зимние сани заменили автобусом, на борту которого находятся Дед Мороз, Снегурочка и аниматоры. Караван побывает в каждом из 74 населенных пунктов района. К сегодняшнему дню новогодние огни зажглись уже в более чем 40 коммунах и селах. В ходе кампании подарки получат 15 тысяч детей. Музыка и хорошее настроение у самой высокой новогодней елки в стране, установленной на площади Василия Лупу в Аргееве, где был дан старт кампании «Рождественский караван». Кроме детей и их родителей, на мероприятии присутствовали официальные лица, пообещавшие, что ни один ребенок района не останется без подарков от Деда Мороза. В этом году мы делаем все возможное, чтобы к 23 декабря во всех селах Аргеевского района прошла инаугурация новогодней елки. Рождественский караван посетит все 74 населенных пункта Аргеевского района, доберется до каждого села. В каждом селе зажжется елка. Я уверен, что мы принесем улыбки во все села района. Дорогие аргеевцы, крепкого здоровья, хорошего настроения и прекрасных достижений. Мы очень хотим, чтобы детки чувствовали настроение, получали подарки, радовались, просили у Деда Мороза свои желания. Из-за отсутствия снега рождественские сани с оленями заменили автобусом, украшенным разноцветными огнями, на котором команда Илона Шора отправилась дарить праздничное настроение. Первыми остановками были села Кукурузень и Окница-Рызеш, где местные жители с нетерпением ждали инаугурацию рождественской елки. Дети рассказали, что вели себя хорошо и уже написали письмо Деду Морозу. Я хочу книгу и плюшевую игрушку. Я хочу, чтобы больше не было пандемии, чтобы мы были счастливы, и я хочу снега. Ваньки нам кумин так рятся, советь олунга вятся, моим нать мой. Родители, бабушки и дедушки тоже с нетерпением ждали рождественский караван. Если дети и внуки радуются, мы тоже радуемся. Почему нет? Много лет не было такого праздника. Это большая радость для детей, для нас, для села. В съемочной группе ТВ-6 удалось взять интервью у самого Деда Мороза. Дети в Аргеевском районе такие красивые и веселые в этот вечер, что дед пришел к ним с сюрпризами и полным мешком подарков. Рождественский караван был инициирован командой Илона Шора и проходит уже в пятый раз. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Всего вам доброго и до встречи в эфире.